Что за интересное изделие? Здесь. Кстати, Малайзия, Тайвань. Пневма. Гвоздезабивной пистолет. Вот о, сюда какая-то маркировка. Ага, 50 миллиметров. Компрессор. Итак, так, вот доска, да? Прямо так ставится и забивается. Прижать. Я понял. Только ее, блин, положить надо сюда. Вот так, если положить ее вот сюда. Так, вот сделаем. Вот. Итак, вот такая штука. Поставили. Тэденс. Это гвоздь там? Да, гвоздь. Вот. Сейчас его можно выдернуть, вот он. И вот он, вот он наружу. Разные гвозди разной длины. Вот. Разные гвозди разной длины. Ну вот еще раз попробуем. Вот такая штука. Па-бамс. Па-бамс. Есть усилие затяжки вот под этим болтом. Вот это вот. Вот тут вот. Ага. То есть можно забивать гвоздь, чтобы он торчал, или забивать полностью прямо в глубину. Ага. Величина забития. Очень интересная штука. Поставили. То есть вот такой ход. Классно. Отдача. И всего. Отдача, ну такая приятная. А теперь посмотрим. Вот. Вот они гвозди. Очень интересная штука.